один мой, знакомый сказал своей жене, что уезжает в дверь, в командировку, на сутки. Фух, а сам поехал, к любовнице, в Мытище. С любовницей облом вышел, у нее мама заболела, и она, в общем, уехала. Он думает, что, сейчас приеду домой, скажу своей жене, что командировка отменилась, она болеет, и все как бы нормально. Короче, приезжает на дорогу, открывает дверь, заходит, а в прихожей на вешалке чья-то чужая куртка висит. Еще, такой запах такого одеколона, дешевого, такого венгерского. А из спальни шипах. Ух ты, потому не важно! Главное, что из спальни! Какая-то возня! И смех жены. И вот он стоит так вот перед дверью и думает, вот там же его жена сейчас чужим мужиком, понимаешь? И сначала он хотел туда залететь, ворваться, там же это, ах ты изменится проклятая, ей в репу, ему в репу, или он ему в репу, ну не важно, важно другое, что дальше. Ворвется он сейчас туда, там поубивает всех, но главное, что дальше, и после того, как ты застукал свою жену с чужим мужиком, уже ни ты с ней, ни она с тобой жить не сможет. Нет, ни один мужик не сможет простить измену, когда это вот на твоей территории, в твоей постели, ты понимаешь? Что ваш приятель сделал? А ты что бы ты сделал? Что? Главное, вещи на мне наложил и ушел! Да, копай! Ушел! Куда? Смотрю, дрожит такая, сука, такой...
выкопайте его адрес. Ладно, сейчас, это, ты у меня получишь. Сейчас приеду к его жене и скажу. Прямо так вот. Так, мол, и так, что вот в данный момент ваш любимый супруг с моей супругой вам изменяет. И тишь, и она захочет ему отомстить. Да, я, так, уж в лучшем случае свой бокальчик беленького-то выпью. Короче, значит, приезжаю к нему домой, звоню в домофон, жена говорит, кто там, я говорю, это с работы, откройте, она сразу открыла, говорит, что с ним, он жив, я говорю, более чем. Она говорит, а что он на звонки не отвечает? И только я рот открыл, как вдруг в коридор девочка выходит, такая, ну, лет 10, такие косички жиденькие. Ну, видно, думала, что папка с работы приехал. А потом еще пацан выскочил, такой мелкий. Папка плесол. А потом еще в дальней комнате совсем мелкий заплакал. Жена говорит, извините, я сейчас. Я дурак, я в паспорте даже не посмотрел, есть у него дети или нет. Вот стою я в коридоре, смотрю на этих детей, они на меня. Я стою и думаю, что дальше. Ну вот сейчас я скажу, что их папка, другую банку, того, жена с ним разведется, и дети останутся без отца. А ну, дети-то не виноваты, что у них папа козел. Тут жена выходит, говорит, так что с ними? Я говорю, да ничего, просто просил передать, что на работе задержится. Сам в машину прыгнул, педаль в пол, думаю, сейчас приеду домой. Дверь ногой вышибу. Набью ему морду. Плевать мне на жену. Плевать на маму в Воронеже. На все плевать. Дверь открываю, она в дверях стоит. Говорит, ты уже вернулся с командировки. Я говорю, обвинила из командировки. Она говорит, борща хочет? Я бегу в спальню. А кровать застелена. Главное, вот этим одеколоном не пахнет. Я стою, думаю, может, мне все это показалось? Ага, глюк. Фонда Моргана. Фата Моргана. Фата Моргана. Exactly.